Приветствую всех на канале «Учимся делать все». В этом мастер-классе будем плести вот такую вот. Сейчас. Вот такой вот получается у нас пояс на платье. Она вот так растягивающийся пояс. Вот, получается, у меня идет вот такая вот застежка. У всех по-разному может быть застежка. И вот такие вот разделители. Вот так она тянется. Теперь материал, который нам необходим, сейчас будет показано на экране. Вот на экране выведена схема, которую я рассчитала на мою талию. Общий объем талии 73 сантиметра. Размер бусины одной идет 6 миллиметров по наружному диаметру. А таких бусин в моем случае надо было 132 штуки. Их умножаем на 3 ряда. Как вы видели, 3 ряда у меня идет. А также разделитель, который я показывала, блестящий. Размер разделителя одной штуки идет 3,5 мм. А у нас их 6 штук общие. И общая длина наших разделителей идет 2,1 сантиметра. А размер застежки идет 2,8 сантиметров. Получается, длина бусин высчитывается так. Получается, объем талии 73 сантиметра, общая длина талии мы от него отнимаем 2,8 сантиметра, это наша застежка, а также минусуем, получается, 2,1 на разделителе. В итоге у нас получается 73, минусовали вот эти все. В итоге у нас 68 сантиметров остается. Теперь вот это 68 сантиметров делим на 7 секций. Как вот здесь видите, овальный круг идет у меня. И здесь показано у меня там, где разделители будут стоять, 6. Вот эти у меня это разделители идут. А там, где жирная точка стоит, и по бокам получается от него идет 18. Это точка, где наша застежка стоит, и по 18 это у нас идет бусин от застежки двум сторонам по 18, 19, 19 и 20. 20 это задняя часть. Вот таким вот образом мы должны делать. А мононит у меня идет, который я вот показывала, что тянущийся. В моем случае на 73 сантиметра я два раза прохожу по общей длине 3 ряда, и у меня получается 4 метра 38 сантиметра. Ну, я взяла 4,5 метра монониты, потому что два раза прошла, плюс там, где узелки надо, там, где повороты, вот на эти все это расходные ушли. Теперь приступим. На нашу застежку должны брать нашу мононит и делаем узелок. Потом несколько раз проходим. Ну, опять же, какой у вас застежка и как надо пройти, это уже на месте. Смотрите сами. Я показываю на моем примере. У меня вот такая вот застежка.
Вот, когда несколько раз я прошла, теперь набираю 18 штук бусин. Вот 18 штук бусин набрала. Пропускаю. Потом у меня разделитель идет вот такой вот тройной. С этой стороны блестяшки есть, с этой стороны нету. Поэтому это очень важный момент. Я должна вот таким вот образом наверх пропускать блестящую часть. И тянем. У меня мононит длинный. Я специально длинный взяла для того, чтобы пройти два раза. Вот так вот. Следующий набор у меня идет 19 штук. Вот таким вот образом набор сделала. Получается 18 штук. Разделитель 19 штук. Разделитель 19. Разделитель здесь 20 штук идет. Потом опять 19 разделитель. 19 разделитель. 18 штук идет. Теперь должны эту сторону соединить с нашей застежкой. Для этого вот таким вот образом несколько раз проходим, хорошенько подтягивая, для того чтобы наша леска не расслаблялась. После того, как я несколько раз прошла, необходимо обратный путь сделать. Это делается для того, чтобы наша мононит была прочной, чтобы наше изделие было прочным. Длинное придется помучиться, но это того стоит. Чем потом на ответственный момент наша пояс из бусин рассыпется. Получается, вот так полностью должны пройти. Вот получается, полностью я прошла. Когда полностью прошли, нам необходимо здесь делать несколько раз проход. После того, как сделали несколько проходов, эту леску со второй нашей леской вот таким вот образом завязываем. Делаем узелок. Ну, для того, чтобы наши этот узелки здесь не торчали, края, нам необходимо вот эти две части, получается, нашей лески провести через несколько бусин, для того, чтобы их там соединить и для того, чтобы там сделать узелок и отрезать кончики лески. Когда отрежем кончики лески, они у нас будут находиться внутри наших бусин. Вот когда вывели вот таким вот образом, в этом месте мы сделаем хорошенький узелок.
Вот так сделала я узелок. Теперь мне нужную часть нашей монониты отрезаем. И когда вот так сделаем, она у нас внутри бусинка окажется. Его не видно будет. Вот так вот внутри бусинка его этот засунули. Вот так вот наша первая часть изделия готова. Теперь нам необходимо сделать вторую часть. Для этого снова берем нашу мононит и здесь хоть с этой стороны, хоть с этой стороны этот можете сделать. Вот так вот застежку сделала, для того, чтобы нам видеть полную картину. Здесь делаю узелок, а также должна несколько раз проходить. Теперь снова делаю узелок. И набираем 18 штук бусин. Вот здесь вот 18 штук я набрала. Теперь должна через наш вторую дырочку разделителя должны пройти. Вот что у нас получилось. Теперь должна набрать 19 штук. И так по всему этому кругу должна пройти, набрав те штуки, сколько надо. И проходить через вторую дырочку. Вот получается, я второй ряд точно так же прошла. Теперь здесь я должна зафиксировать и несколько раз пройти и обратно. Пустой леской должна пройти. И третий аналогично также будем проходить. Вот все три круга я сделала. Вот что у нас получилось. Вот наш пояс. Вот эта застежка. Вот потом идет вот блестящая часть. Это задняя часть. Так она по кругу идет. А здесь впереди пояса можно сделать по-своему оформление. Можно вот такую вот поставить, где наша застежка. Можно вот такую штуку поставить. Либо вот такую штуку. Это уже оформление, смотрите, уже на месте. А так у нас вот такой вот красивый тянущийся пояс вышло. Вот такая вот красота. Подписывайтесь на канал, ждите следующие мастер-классы. Всем пока!